Автоматизация розничной торговли необходима для успешного ведения бизнеса. В Химках работает компания «Смартика», которая помогает предпринимателям. С момента основания в 2008 году сфера деятельности «Смартики» – программное обеспечение. Представители МКУ «Малый бизнес Химки» вместе с муниципальными депутатами посетили офис компании в рамках проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия». А география у вас работает? Область или район, или за пределы Химки, но также мы и область. Соответственно, север Московской области, Химки, Лобня, Долгопрудный. Во время визита обсудили перспективы сотрудничества и существующие меры поддержки. Руководитель Илья Быков подробно рассказал о деятельности компании. Наша компания помогает автоматизировать розничную торговлю. Мы многофункциональная компания, которая поддерживает предпринимателей, занимающихся розничной торговлей. Мы открываем ИП, ООО, помогаем предпринимателям в бухгалтерском сопровождении. Но основное наше направление – это мы автоматизируем рабочее место кассира, товароведа, складского сотрудника. «Смартика» продает кассы, денежные ящики, занимается обучением предпринимателей. Также работает авторизированный сервисный центр по ремонту техники. Здесь оказывают полное содействие всем, кто только начинает свое дело. Приятно для предпринимателей, которые здесь в Химках могут все приобрести и дальнейшее обслуживание, то есть с нуля и до обслуживания. Также пройти здесь обучение. Также они провели около 100 семинаров с налоговой инспекцией по обучению работы предпринимателей. То есть для Химок это хорошее предприятие. Любой желающий может получить бесплатную консультацию по ведению бизнеса и доступным мерам поддержки в МКУ «Малый бизнес Химки» по адресу проспект Мельникова, 12. Андрей Липан, Филин Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.